Приветствую вас, друзья! В этом видео поговорим с вами про IMX M4 MLE-54. Буквально патч назад этот танк никому не был интересен. Какое-то там корыто, все знали, что оно говно и находится глубоко на последних местах по статистике. На первых местах красовались ВЗ-55, Кранваген, и было им хорошо и весело. Но вот апнули IMX M4 MLE-54, и этот танк стал первым среди прокачиваемых по статистике на планку 3 отметки. Это значит, что он супер популярный, супер сильный, и большинство, кто на нем играют, показывают очень высокие результаты. Это и показывает, что танк сильный. Его очень хорошо апнули, и его имбовость, актуальность возросла в разы. Но вот в следующем патче, который называется 1.18.1, и он вроде как проходной, там будет доработка карт, новый режим, натиск, но еще там будет нерф ветки IMX M4 MLE-54. Не только десятку понерфят, но и восьмерку и девятку. У них у всех уберут максималку 40 и превратят в 35. Честно говоря, 40 километров на такой бандуре огромной с таким количеством хп и неплохой лобовой броней, это как-то много. Еще немножко, и это уже будет какой-то быстрый тяжелый танк с максималками там, как у 277 или 7 и тому подобных, которые ездят бодро и весело. Но AMX, он же здоровенный, огроменный, тяжеленный, лобовая броня и хп намного больше. Ему не идет такая скорость, это какой-то перебор. Вот 35 километров это посередине, ни туда, ни сюда. Но это, конечно, заметный нерф, поскольку многие катали на турбине и 40 превращалось в 45. Но теперь будет просто 40 с турбиной. Также многие катают закалка турбина-досылатель на какие-то там вентили, стабилизаторы, пофиг. Но с уменьшением максималки еще улучшится стабилизация на максимальной скорости, поскольку максимальная скорость уменьшится. Это логично. Ну и еще у этого танка заберут 100 хп. 100 очков прочности это позволяло бы в некоторых ситуациях выжить, поэтому теперь этот танчик будет чаще подыхать и реже доигрывать бои. Не намного, конечно, но все же. Тем более, как раз таки многие катают на закалке. Такое ощущение, что разработчики понерфили оборудование 2.0 на этом танке. Они как раз отрезали то, что люди чаще всего на нем улучшают. Видимо, перестарались со всякими там стабилизациями и скоростями и решили, что это перебор. Тем более, заметили, что большинство катают с хорошей статистикой именно при такой сборке. Закалка и турбина. Ну и как обычно, десятка потянула за собой всю ветку. Раз у десятки 35, то и все ветки нарисуем 35. Что касаемо всего нерфа, то он выглядит не сильно грозным, не сильно опасным. Танчик по-любому останется хороший, но уже не такой бодрый и веселый. Нерф IMX не сравним с нерфом Кранвагена. Вот Кранваген откатился на планку на 3 отметки на 4000. Это глубоко там в середине, далеко, очень далеко от самых сильных имбовых танков. IMX так глубоко не откатится из-за такого ничтожного нерфа, но должен приспуститься, поскольку он на 4 месте среди десяток. На первых 3 местах акционные танки. Объект 279 ранний, Чифтейн и ВК-7201. И следом идет IMX. Многие акционные танки IMX обогнал. И Т-26Е5, и Карро, Объект 907, Объект 260, 114 СП-2 и Объект 780. Все эти танки IMX обогнал. А зачем стремиться получать какие-то акционные танки, если можно прокачать вот такого монстра? Понятное дело, что разработчики тут же в следующем патче его хотят приспустить пониже, чтобы он опустился ниже акционных танков. Я уверен, что разработчики видят всю эту статистику, и они видят даже больше, чем мы. Они специально меняют метовые танки, чтобы игроки двигались по веткам по танкам, не засиживались на одном и том же, чтобы рандом менялся хоть немножко и не скатывался в однообразие. Поскольку рандом с кранвагенами уже поднадоел, и рандом, где метовый танк IMX M4 MLE-54, он не такой душный по сравнению с рандомом, где метовый танк кранваген. Но все же акционные танки, я так понимаю, по мнению разработчиков, должны быть выше всех, поскольку люди должны к ним стремиться, это должна быть желанная цель, чтобы получать их на ГК или за ЛБЗ,
или в каких-то там активностях. Но при этом имбовые прокачиваемые танки тоже должны быть, и они время от времени меняются. Поэтому ни о каком идеальном балансе никогда речь даже и не шла в этой игре. Но вот про замену метовых танков речь идет, и на некоторых стримах с разработчиками или комьюнити-менеджерами это можно услышать. Особенно смешно было слышать, зачем апать Т5 Heavy, если все равно на нем никто не играет. Вот так танки и балансятся. Пишите свое мнение в комментариях, что вы про это думаете. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачного дня и пока!